Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться по возможности с их автобиографией. Данных не очень много. Сальвадор Санчес Барбудо, испанский художник, работавший в основном в Риме, в Италии. Родился 14 марта 1857 года в Херес де ла Фронтера, это провинция Кадис, Испания. Я беру данные из переводной Википедии, их не очень много. Он прошел свою первую тренировку в своей родной Испании, в Севилье, в Мадриде. Затем переехал в Рим при спонсорской поддержке Хосе Хуана Фернандеса де Вильвисенио, маркиза дель Кастрильо. Там он познакомился и работал под руководством художника Хосе Кареда, а также присоединился к сообществу испанских художников. Писал в основном исторические картины, в том числе сцену из последнего акта «Гамлет». Эта картина получила приз на выставке изящных искусств Мадрида в 1886 году. Умер в Риме 28 ноября 1917 года. Но так вкратце, данных не очень много о испанском художнике, который работал в основном в Риме и в Италии, Сальвадор Санчес Барбудо. Пока-пока, до свидания.